Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, сегодня я, инструктор по лесозаготовке Меньшов Юрий Викторович, работаю в лесу бензопилой «Соло». Вот она. Это одна из самых крупных пил профессиональной серии. Я буду работать с короткой шиной, потому что лес здесь небольшой. Это не Британская Колумбия, а дальнее Подмосковье, Талдомский лесхоз, Талдомское лесничество. Но я хочу рассказать вам не о технологиях леса, а о том, каким образом в первом звене лесных технологий находится бензопила в руках вальщика. У меня двигатель бензопилы фирмы «Соло» 6,4 силы, шина 16 дюймов. Это позволит мне свалить практически любое дерево, находящееся здесь, и обрезать ствол. На мне спецодежда, на мне защитные брюки. Они не пропиливаются бензопилой цепной. Это первый класс, он держит 72 км в час или 20 метров в секунду. На мне такая же обувь. И даже левая перчатка снабжена системой защиты. На мне средства защиты ушей и глаз. Я готов к работе. На мне пояс лесоруба под ассортиментную технологию, под форвардерную технологию. В поясе лесоруба смонтирован гриферный захват, крюк, которым можно перемещать балансы, возможные для работы человека. Все толстое будет перемещать трактор. Здесь есть чехол для портативной валочной лопатки «Виктор», который вставляется при основных типологиях леса, когда толщина леса на уровне груди не толще телеграфного столба. Также у меня есть механизмы для работы в лесу, для сталкивания дерева с пня, а именно ударная валочная лопатка, пластиковый клин, который позволяет мне направленно свалить дерево, оставив только недопил, который является дверной петлей, на которой дерево пойдет в нужную сторону. Также здесь есть большая валочная лопатка с кондаком. Вот этот крюк позволяет мне разворачивать ствол, разворачивать бревно. Эта штука называется кондак. На хлыстовой, где я только валю, я его снимаю. Остается только лопатка, это паковка, она имеет довольно серьезный вес. Я вынимаю этот инструмент и в эти карманы вкладываю клинья. Таким образом, готов к работе. Для того, чтобы начать работу, нужно подготовить, заточить крючья, заточить грейферный захват. Затачивается это обычным напильником, предназначенным для заточки пильной цепи. Вот таким вот образом. Сохраняя угол изначальный, приданный и специальной формы. Фильтр, доступ к которому в пилах фирмы «Соло» крайне прост. Два щелчка, и вот вы у воздушного фильтра. Он колется и моется теплой мыльной водой. Ни в коем случае нельзя мыть его бензином. Бензин – сорбент и тянет все к нему. Это первое. Второе. Доступ к свече осуществляется вот таким образом. То есть все близко. Есть система обогрева карбюратора. В очень сильные морозы вот этот флажок снимается и открываются вот эти два отверстия, которые подают теплый воздух от цилиндра, от двигателя сюда. В крыше корпуса есть щели для того, чтобы теплый воздух циркулировал, не конденсировался и выходил. Замена пильного аппарата осуществляется вот таким образом. При помощи свечного ключа вы откручиваете вот эти вот болты. Снимаете крышку. И вот вам доступ к натяжному устройству.
Вот как оно выглядит. Вот болт регулировки. Вот штифт посадки. Для того, чтобы натянуть цепь, вам нужно, приподняв конец шины, вращательное движение делать. Мне нравятся большие гайки. Нравится доступ. Работать на одной шине и на одном съемном венце имеет смысл тремя, ну хотя бы двумя цепями. Потому что при работе, вот так проверяется движение цепи, вот так проверяется натяжение. Не лишний будет напомнить о том, что на одной шине, на одном венце съемном, ведущем, имеет смысл работать тремя цепями. Их ресурс приблизительно одинаков. Одной шины, венца и трех цепей. Ну, хотя бы двумя цепями. Каждый день шину нужно переворачивать. Чистить пазы. Особенно, если вы работаете на хвое. Работая двумя цепями, вы должны один день работать одной цепью, другой день работать другой цепью. Каждый день переворачивать шину. Тогда выработка, угол сбегания и набегания в ведомой звездочке будет абсолютно одинаков. И вы этими двумя цепями сможете работать значительно дольше. Если бы вы работали сначала одной цепью до полного ее износа, а потом другой. Концевик шины нужно шприцевать после каждой заправки. Фирма Орегон выпускает разного вида шприцы. Они могут быть вот такие небольшие, немного побольше. Их обязательно нужно заряжать специальным циатином, который продается фирмой Орегон. Никоим образом, ни солидолом, ни литолом, это не промазывает концевик шины. Осуществляется это вот таким образом. Система промазана. Игольчатый подшипник ведомого венца нужно смазывать раз в три дня, раз в два дня. Не лишне напомнить о регулировке масляного насоса, который регулируется простой вещью, а именно вот таким болтом. Вот здесь градуировки и рисунок, который объясняет, в какую сторону его вращать. Обычно на пилах в сторону плюс – это подача масла, увеличенная, в сторону минус – уменьшенная. Все зависит не только от длины шины, плюс и минус, но и от времени года, когда вы работаете. Зимой имеет смысл подачу масла выворачивать на полный плюс, с тем, чтобы масло успевало дойти до концевика шины. Так она дольше прослужит. Имеет смысл рассказать о том, что два легких у пилы, а именно воздушный фильтр, который моется теплой мыльной водой, и топливный фильтр, который меняется раз в 20 дней. Как только у него станет темным днище, это уже говорит о том, что пластик, запеченный с поваренной солью, с утяжелителями, который позволяет бензопиле работать в любых положениях, вот так, вот так, вот так, вниз, вверх, как угодно, понимаете? Вот. Засоряется так или иначе. И на карбюратор пойдет обедненная смесь, что может в жаркую погоду привести к заклиниванию двигателя. Всего делать не нужно. У этой бензопилы 6,4 силы, 6,6 сухой вес без шины и цепи. Без заправки. Здесь могучее сердце. Ростовки шины 16,42. То есть вы можете ставить вот такую шину, если у вас есть такой крупный лес. Вообще по литражу двигателя, а он указан здесь вот таким образом, 6,81. Вот здесь 80 с лишним кубика. По литражу двигателя можно сказать, какая ростовка шины. И пользоваться разной длиной шины для разного рода работ. Сейчас мы будем работать одной из самых коротких шин, 16-дюймовой. Бензопила Соло смонтирована по принципу двух масс. Мощные амортизаторы
и одно кольцо позволяет бензопиле работать на обрезке очень мягко, и обрезать удается легко. Что очень важно, потому что есть пилы, в которых кольцо не одно, а два. Казалось бы, это удобно, оказывается, что нет. Оказывается, что гироскопический эффект, когда ты даешь обороты бензопиле, не позволяет тратить минимальное количество усилий для обрезки. Как только ты даешь обороты, бензопилу уводит от ствола. Поэтому приходится прилагать дополнительные усилия для того, чтобы к стволу приблизиться и обрезать эти сучья. Что я покажу вам чуть позже. Свечу надо менять раз в месяц, как правило. При прогорающих электродах не имеет смысла эту штуку подгибать. Вот. Обязательно чистить пазы и ребра цилиндра. Обязательно убирать опил и стружку. Особенно, если вы оставляете бензопилу в холодном климате на ночь. На складе или просто под будкой, прикрыв ее тканью. Доской, ящиком, фанерой. Лапником. Бензопила должна быть все время в лесу и работать. И это то, что делают пилы фирмы «Соло». Запомните эту торговую марку. Комби-канистра позволяет заправить бензопилу без разлития бензина, без попадания горючей смеси на резиновые амортизаторы. Масло для смазки пильной цепи изготовляется на рапсовой основе недорогих естественного состава масел. Если вы пользуетесь дешевым моторным маслом, запомните, в морозы в него имеет смысл добавлять солярку, идеально керосин. Ни в коем случае не добавляйте в это масло бензин. Бензин легкие фракции и от нагревания в маслоемкости рядом с глушителем бензин быстро испаряется. Помните об этом. Заправив пилу, оботрите ее и старайтесь никогда не заводить бензопилу в том месте, где вы заправлялись. И последнее. Не лишнее напомнить о том, что на каждой бензопиле фирмы «Соло» смонтированы такие страховочные устройства, как тормоз цепной, который при включении его охватывает лентой муфту и не дает возможности цепи двигаться. И страховочная пружина, которая работает на гашетке газа только тогда, когда рука охватывает полностью рукоятку бензопилы. Запомните это. При переходах, при неработе бензопилы обязательно включите цепной тормоз. Я подарю вам маленькую вещь, которая называется факелом лесоруба, а скорее примусом лесоруба. Это добрая старая вещь, придуманная уже совершенно непонятно кем, но используя всеми лесорубами. Итак, факел лесоруба. Уважаемые друзья, заточка пильной цепи в лесу может производиться а. на колене, бензопилой, стоящей на столе, лежащей на столе. Можно придумать вот такую вещь. Можно это делать просто на пне. Вы пропиливаете паз, вставляете сюда струбцину. Снизу пропиливаете второй паз и вставляете крюк. Крюк лесоруба. На него вы опираете бензопилу. Если у вас нет струбцины, вы просто сделаете пропил чуть глубже, а потом делаете поперечный пропил. В него вы вставляете шину,
И вот этим свечным ключом заклиниваете шину между пазами пропила. Цепь двигается, шина нет. И начинаете делать то, что сейчас буду делать я. Между пластиной шины и рукоятью напильника 10 градусов. Движение только вперед. С выворотом напильника наружу. Вот такие движения. Вот такие движения. Почему с выворотом наружу? Хромовое напыление не должно заиливать затачиваемую поверхность. Вот, собственно, и все. Чем короче шина, тем меньше затачивает. Чем активнее работает двигатель, тем он работает ровнее. Тем легче пила, тем легче вам работать. И последнее. В силу того, что каждый зуб – это маленький рубанок, вы должны об этом помнить, и снимать ограничитель глубины пропила, который в данном случае в цепи «Орегон» имеет такую систему, как «Лоу-Вип». То есть это две, по сути дела, двойной зуб, чтобы цепь мягче шла. На шаблоне у вас есть надписи «Soft» и «Hard». Это мягкая древесина, это твердая древесина. Каждый зуб – это маленький рубанок. А что есть у рубанка? Жало, которое режет, и механизм, который регулирует толщину стружки. Если стружка крупная, это хорошо. Значит, производительность пильной цепи отрегулирована до конца. Если стружка мелкая, вы или попали во что-то и не поточили цепь, или не сняли ограничитель глубины пропила. Ограничитель глубины пропила снимать нужно через каждые 3-4 заточки цепи. Вам нужно 6 или хотя бы 5 круглых напильников, 2 плоских, 1 шаблон. Когда вы работаете с шаблоном, старайтесь не давить на ролики. В этом случае шаблон служит дольше. Вот, собственно, все. Таким образом цепь подготовлена. Протачивать нужно и новую цепь. Тело зуба надо понижать до дна его. После чего нужно снимать ограничитель глубины пропила, чего я коснусь чуть попозже. Далее я протачиваю вторую часть. То есть я делаю то же самое, по сути дела. Если у вас цепь, шина длинная, соответственно, цепь, с тем, чтобы не включать и переключать все время цепной тормоз, вы для того, чтобы у вас не двигалась цепь, можно сюда просто вставить свечной ключ. Концевик шины прошприцован. Стружка от правильно заточенной цепи должна быть крупной. Вот она крупная.